Я думаю, что пока еще Рафаэлу Надалю и не нужно спешить стать первой ракеткой мира. Он и так очень многое сделал. Ох, как здорово сыграл Федерер. Да, Федерер. Ох, как он резко это обострил. Это его удары коронные, хлесткие такие, которые и угадать невозможно. И даже они направлены. Сложность для Агасси заключается в том, что каждый его Федерер – это играть свою игру. Вот заставить себя играть свой теннис. А Агасси как раз отличается тем, что он всегда играет только свой теннис, как бы не приноравливаясь к другому. Ну вот, какой темп сейчас он продемонстрировал. Федерер не оставил никаких шансов на Агасси. Агасси оценивал возможности свои против Федерера, сказал, что Федерер – это тот самый игрок, у которого нет слабых мест. Но в то же время у него есть очень много возможностей для того, чтобы забить мяч. Матч, в общем-то, очень прилично. Да, ну а такие удары не отразить любому теннисисту. Такое ускорение, знаете, дает ракетки Федерера, что вот Аня всегда отмечала, допустим, у Линдси Дэвидпорт, тоже такое ни на что. И это, наверное, уже удар победителя. Тройной матчбол. Тройной матчбол после 2 часов и 20 минут игры. И уже не первый. Ну, в общем-то, наверное, последний. Да? Возможно. И первая подача не прошла. Вот и все. Вот да. Как он обрадовался. Как обрадовался, потому что напряжение, конечно, присутствовало. Особенно заволновался Федерер в третьем сете, когда уходила, как из рук, игра. Но вот первым, кто его поздравляет,